красотенский ЦУМ палаты Тверского подворья. Смотрим своими пятками все историческое. Эти. Оставляем ярмарку. Вот по красивому Столешникову. Пойдем в сторону Кривоколенного. Да, название московский, а там на Потаповский. Но это самые красивые московские места и мои, кстати, родные с детства. Вот наш путь туда вперед. Через знаменитый Кузнецкий мост. Почему в выходной не погулять по Москве? Вон, смотрите, это у нас что, Столешников же? Продолжаются старые дома. И вот такая красота. И вон тут что-то реставрируют. Все фонариков, плен фонариков не горит, но это не важно. Красиво, красиво, красиво. А там вот впереди у нас Кузнецкий мост уже виднеется. Монохром. Магазин. Елочек уже полно. Какая красота там. Там какой. Я хочу посмотреть на этого дракона. Смотрите. Какой у вас красавец висит. Просто потрясающе. Он еще большой. А он туда, далеко идет? Да, у нас там есть. С лапами. Можно пройти, да? Ого! У нас сегодня путешествие по дракону. Красоту! Привет! Всем привет! От нас с драконом. Класс! Класс, парень, просто... Просто прелестный. Какие банты прикольные. И елочки спрятались, а дракон вот там был. И тут такой бантик. Валяшка выполняет свои функции, проверено, она качается. Вот она. Она. Ой, как классно, вся панорама вон туда. Вон весь переулок вообще. Она раньше стояла в начале переулка, теперь ее поставили у конец. Можно на себя посмотреть, а вы на меня. Ой! Прикольно. Не пройти через Петровский пассаж, это кощунство. Сейчас посмотрим на все паровозы. Сейчас с вами... Да! Там сейчас, там такая красота всегда. Тут же всегда сказка. Большая сказка. А тут можно Деду Морозу письмо, он девушка сидит писать. А можно не писать. Всегда очень классно. Тут еще в прошлый раз была дорога. О, а это собака. Щелкунов, мешок Щелкунов тут. Эксклюзивные мешаньки, игрушки, мороженники. Я Деда Мороза звала мороженки. Очень красиво. А, в этот раз не так интересно. Ну вот, вот это. А еще была в прошлый раз железная дорога. Вот на катке люди катаются. Там вон Дед Мороз. Бабушка любила ходить в Петровский пассаж очень. Туда наверх. Я даже не помню, что тут продавали. Мы рядом жили, но... Красиво. Вот это мне нравится. Елочка. Пирожки. Сыграй. Заодно немного погрелись. Прошлись, посмотрели красоту и погрелись маленько. Красотенский ЦУМ. ГУМ-ЦУМ пассаж. ГУМ на Красной площади там дальше. ЦУМ вот он. Кто знает, где пассаж. Пассаж мы только что вышли. Вон тот синенький.
Елка, площадь. А мы идем туда, по Кузнецкому мосту. Да, да. В принципе, все тут наряды московские одинаковые, но я все равно люблю каждый раз, каждый год все равно этот маршрут посмотреть, пройти. В общем, ну и подышать воздухом. Тут какими-то очень шашлыками пахнет, нет? Чем-то пахнет очень вкусным. Но пока еще не голодно. А вы? А вот на Рождественку мы вышли. Наверное, мы пойдем не туда. Мы пойдем вот сюда. Как завещал дедушка Ленин, мы с вами пойдем другим путем. Путем близлежащим. Все-таки мы должны сегодня дойти до композиторов. И посмотреть, как они встречали Новый год. Слушайте, пока я тут шла, я придумала. Я показываю, что в Москве, а вы присылайте, что у вас в городе или в районе. Фотки же можно прикреплять теперь в комментарии. Посмотрим, что у вас, какая красота новогодняя. Пока я тут вам предлагала фотки, исследователь Кирилл, ну, присылать фотки, исследователь Кирилл вот что усмотрел. Он смотрел белокаменные палаты Тверского подворья. Ой, какая красота! Ого, а я не знаю. А смотри, там слюдяные окошки такие, как были бы, ну, типа слюдяные. Это миноры или ханукия? Как клёво. А можно туда зайти, интересно? Вон они какие классные. Ну, какие красавцы. И наверху такие же. И подкова на двери. Вот. Видишь, как правильно повешено. Ага, правильно повешено. Наверх. Теперь я хочу, как настоящая боярыня, залезть на вот эту лестницу. И посмотреть вверх. Ничего себе ступеньки. Нельзя? Вечер. Здравствуйте. Нельзя. В общем... Всего доброго. Да, всего доброго, спасибо. Оказалось, зданию больше 400 лет, и каждые 4 дня обрабатывают, и 3-4 дня от влаги, от всего обрабатывают все ступеньки. Ну да, поэтому мы как бы сотрем своими пятками все историческое, как сказать, сохранение, сохранительные штуки. Очень классно, очень они красивые. Ну, смотрите, какая красота. Нам дали зеленый. Впереди у нас Лубянка, известное, да, здание. Но мы обойдем, там тоже все очень красиво. Вот он, пока он есть. Вот, и что-то я хотела сказать. Не пойдем сегодня на Лубянку. Она это... Я потеряла мысль за мыслью обращаться в бюро находок. Обойдем немножко. Пока я искала мысль, мы дошли до улицы Мясницкой. Все красиво. Мысли я еще не нашла. Теперь мы ищем Кривокаленный переулок. Ну, он тут за домом. Мы знаем где, теперь надо найти проход. Я что-то забыла. Потерялась и ушла. Она даже потерялась, что это за особняк. Но сюда бывают экскурсии. Там очень-очень красиво. Салтыкова, Черткова. Это министерство магии. Да, тут самый известный библиоглобус. Кривоколенный у нас впереди, мы нашли. И нашли, куда переехал вот этот магазинчик с Арбата. Ну что там? Пойдем. Красоту. Ну, переулочек обыкновенный московский, ничем не украшенный. Зато самые обиженные и согнутые. Почему? Все знаете, да? Все знаете, как в школе. Да, он согнутый, он вот так вот, как колено идет. Поэтому он кривоколенный. Что тут съемки какие-то. Вот тут. Между прочим, щедро аппаратная. Чтобы не рухнуть. Вон еще один микрофон ходит. Очень хорошо. Но судя по шапке девушки, попробую приблизить. Что-то про советское время.
снимают. Вот, смотри, какие-то эти внизу у нее сапоги такие. У мамы, кстати, когда она ездила на Кубу, про такие сапоги спрашивали. Типа, от чего у вас те каблуки, от льда или от снега? Кубинцы же у них плюс 24-27 летом, от льда или от снега? Вот. А я еще вспомнила, что мы с папой один раз подглядывали за этими съемками. Место встречи изменить нельзя. Там они проходили, где мы жили раньше, да. Давай, было интересно. Мотор, катушка. Давайте, тублик, ребята. Так. Угу. Я сейчас посмотрю вот так вот. Так, камера на исходное. Так. Приготовились! Ребят, рабочие! Приготовились! Сет! Мотор! Мотор идет! Камера! Приготовились! Снег, снег полетел! А вот оно, легендарное колено загибается. Кривое. Кривоколено. А там снимают кино. Вот где ляжка, там? Или там? Или там голень? Там Меньшиковская башня. Потом, наверное, зайдем. Как раз мы в ту сторону идем. В общем, мы дошли, куда хотели. Теперь как? Продолжение следует. Про уже вот этот двор будет отдельная серия.